Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кип-поп. Сейчас реагирую, принтер, ты что решил включиться? Господи, боже правый, тут барабашка шалит какой-то, простите. Так вот, я сейчас реагирую на новый саб-юнит, точнее первый, по-моему, саб-юнит группы Apink. Напомню про группу Apink, они недавно, пару лет назад, подписали контракты, продлили, в общем-то, с своей компанией. Единственный человек, который не продлил, к сожалению, моя BS, Найн. Она при этом в другом агентстве уже, она занимается актерской карьерой преимущественно, но она сказала, что она с группой все еще будет выступать. И их последний камбэк, который был, это «Дилемма». «Дилемма», точнее, мне он зашел, напомню. Очень хорошая песня, разумеется. «Черноглазые победители» дряни не пишут, обычно, в большинстве своем. Но потом она все-таки поняла, что не может балансировать нормально актерскую карьеру и выступление с группой, поэтому она сказала, все, сорян, я больше в группе быть не могу и ухожу. Очень печально, не полюбуюсь я теперь на Найн. Но, с другой стороны, могу любоваться сколько угодно, если не захочется, в всяких дорамах и просто в ее инстаграме, там, где она выкладывает свои фотки с каких-то съемок, с рекламных кампаний, с роликов и так далее. Очень красивая девушка, но речь не о ней. Речь о других замечательных девушках. Это Чорон и Боми. Собственно говоря, Пак Чорон и Юн Боми. Или Боми. Да, наверное, Боми все-таки. В общем-то, они образовали саб-юнит Чобон. Такое у него замечательное название. Я каждый раз, в принципе, с некоторых названий ору. Но, в принципе, это разумно звучит, потому что Чорон и Боми. Вот. Что из себя представляет их музыка, я не имею ни малейшего понятия. Сейчас буду слушать. Либо удивляться, либо радоваться, либо расстраиваться. Но вообще часто саб-юниты бывают клевыми, на самом деле. Они часто бывают такими веселенькими или, наоборот, очень классными, драматичными. Например, как было в случае с Monster, да, из Red Velvet, с песней, разумеется. Вот. Что интересно можно сказать про этих девушек? Там, в принципе, можно много чего говорить. Но если вкратце, то Чорон 31 год. Она в группе была лидером, собственно говоря, не была, а есть, она и есть лидер в группе Apink. Также у нее позиции ведущий танцор, вокалист и рэпер. А Боми, у нее позиции ведущий вокалист, главный рэпер, главный танцор и центр группы, почему бы и нет. Что еще интересно, это, наверное, один из самых боевых саб-юнитов, потому что обе девушки долго, много занимались боевыми искусствами. Собственно говоря, Чорон занималась хапкидо, это такое корейское боевое искусство, там микс всего, от айкидо до тэквондо и так далее. У нее отец, собственно говоря, мастер хапкидо и основатель академии соответствующий. Поэтому она лет 8 как минимум тренировалась, и у нее третий дан. Черный пояс, третий дан. Ну, как написано в оригинале Википедии и прочих местах. Third degree black belt. Я предполагаю, что это все-таки черный пояс, третий дан. Вот, а Буми, она, собственно говоря, как раз тэквондо занималась с 5 лет, и у нее тоже третий дан, черный пояс. В общем, с этих девчонок лучше не критиковать, потому что найдут и настучат по лицу. Разумеется, нет. Разумеется, критиковать их можно, они, по крайней мере, ничего такого не говорили. Но я надеюсь, что не придется, что мне все понравится. Ладно, товарищи, перед началом реакции я попрошу вас поставить лайк и поблагодарю людей, которые меня поддерживают на Бусти, в особенности Шуру, Алексея, Илью Просина и Полину. И помечу всех, кого я только что назвал. Замечательно, чтобы потом не забыть. Ладно, песня называется «Copycat», то есть «Copycat» — это у нас, господи, копия, повторюша, дядя Хрюша, можно и так сказать, наверное. Давайте же смотреть, слушать, реагировать и так далее. Давайте. 3, 2, 1, поехали! О! Девчонок заперли в телевизоре. Какой кошмар. Узнаю голоса из-за Pink. Какие у них интересные наряды. Как мило, у них одинаковые
прически абсолютно. Одинаковая одежда. Все одинаковое. Поэтому и копикэт. Ого, они себе собирают частей разных. Интересно. Как она ей руку на грудь положила, интересно. По пустому бассейну, конечно, кататься то еще развлечение. Мне очень нравится их совместная хореография. Когда они зеркально танцуют. Внезапное замедление. Гитара на фоне прям разошлась. Куда они полезли? Блин, ощущение, как будто они, простите, в какую-то кремацию полезли. Несмотря на веселый настрой песни, иногда кажется, как будто это крепота какая-то. Окей, это была игра, в которой играл какой-то чернокожий товарищ. Они такие... Алло. Буранго. При этом по-корейски говорит, интересно. А кто там приехал? Профессор X? Ксавье? Я не понимаю. Окей, на самом деле клип очень забавный, клип очень смешной. Песня нормальная. Я не могу сказать, что что-то такое сверхъестественное в этой песне. Но она миленькая, я бы предпочел либо еще более веселую песню, такую, знаете, в стиле Orange Caramel, опять же, как недавно Subunit был в, в Уджи Суня. Либо что-то драматичное, а-ля в стиле, опять же, Суги Арин Монстр. Но и то хорошо. Давайте еще раз посмотрим. Не тот, что включил что-то. Вот теперь то. Давайте, поехали. Здесь они изображают манекены. Действительно, никак не спутать. Точнее, типа легко спутать, на самом деле нет. Вот это синхронная... Этот синхронный танец, когда они друг на друга еще так пристально смотрят, он, во-первых, красивый, во-вторых, секси. Ого,
Возможно, они ожившие манекены. Завидуем обеим. В принципе, и припев хорош сам по себе. И танец замечательный. Я посмотрел полную версию, я не просто тупо 3 минуты с копейками так танцуют. Сцена, точнее, тоже криповая, честно говоря. Вот меньше всего это похоже на дверь в другой мир. Девочки, наконец-то, сбежали. Радуются обществу друг друга. И тут... О, бедные. У клипа грустная концовка, на мой взгляд. И он такой, well, fuck. В общем, мило, и мини-необычно, и классный клип. Товарищ, напишите, что вы думаете на эту тему. Как вам понравилась песня? Не понравилась? Обязательно не оставляйте этот клип без своего комментария. Мою реакцию тем более. Вас я еще попрошу подписаться, если вам нравятся мои реакции. Ну и поддержать меня на Boosty, если вам они очень нравятся. Чем больше людей подписывается, тем более активно будет выходить реакции. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Меня это сильно побуждает, потому что другого-то варианта нет. Вот, ладно, все. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.